Привет, подписчики! Привет, интернет! Сегодня я решил продегустировать суп из летучих мышей по уникальному рецепту. Я сейчас нахожусь в закусочной Джоли Понг. Это китайский дядюшка. Я не буду вам говорить, где. За рекламу мне не платили. Вот супчик из летучих мышей. Вот мышки. Вот они. Посмотрим, насколько они будут вкусные. Вот, видите, какие. Давайте попробуем. Это знаменитый китайский суп. Ну, вы знаете, вот я вообще не ем мясо. Но вот летучие мыши, в принципе, достаточно съедобные. Напоминает курицу. Да. Ну, пойдет. Всем рекомендую этот суп. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока.